Всем привет! Сегодня ремонтирую КамАЗ. КамАЗ Евро-3 разорвало пластины на приводе топливного насоса. Для того, чтобы снять эти вот пластины, потребовалось снять пустной коллектор, топливный фильтр. Компрессор воздушный отсоединил топливный насос, и после того уже снял только пластины, когда подвинул насос вперед. Вот они здесь неудобно как стоят. Здесь вот прикручен компрессор. Сейчас вот поубирается и буду собирать все обратно. Для того, чтобы собрать все обратно, вот такой вот стопорок есть. Отщелкиваем его. Видите, вот тут уже выставлен. И крутим маховик, пока он не защелкнется. Маховик крутится снизу через лючок. После чего этот вот привод ставим пластинки. И у нас на насосе должна совпасть, вот не видно, здесь вот где стрелочка, там видите, маленькая черточка. Если все совпадает, здесь вот первый цилиндр верхней мертвой точки, клапана должны быть закрыты на первом цилиндре, и здесь совпадает прорезь, значит, собрали привод правильно.